Алтайских туристов до сих пор не вывезли из китайского города Хайнань. Из-за долгов туроператора-перевозчику заложниками ситуации стали около 100 наших земляков. Ранее сообщалось, что соотечественники вернутся домой 14 декабря, но авиакомпания по непонятным причинам не выполнила рейс до Барнаула. Наши туристы будут выведены 18 числа рейсом в Москву. Люди размещены в гостиницах. Чаще всего это либо та же гостиница, в которой они проживали, либо гостиница где-то в центре. За счет туроператора, да. То есть люди не доплачивают дополнительные деньги. Но в любом случае каждый день пребывания в Китае тоже обходится в определенную сумму. Это уже, естественно, заслуживается. Напомним, сложная ситуация сложилась из-за долгов туроператора «Жемчужная река» иркутская авиакомпания «Ир-Аэро». И сейчас вывозить российских туристов будет другой перевозчик, которому, кстати, туроператор тоже должен, но меньшую сумму. По словам Натальи Гордеевой, «Жемчужную реку» уже исключили из единого госреестра туроператоров. Ее клиентам рекомендовано сдать билеты, людям начали возвращать деньги. По предварительным подсчетам, пострадавшими стало около 15 тысяч человек.